Приветствую всех на своем канале Акварелька. Сегодня я делаю опять обзор полочек в магазине Fix Price. Пойдемте со мной, посмотрим, чем удивит сегодня нас Fix Price. Пришли новые товары к 8 марта. У нас приближаются весенние праздники. И наш самый любимый праздник – это женский, международный женский день. Такие вот рамочки по 77 рублей, ажурные, для фотографий. Они вот белых цветов. Вижу голубые и розовые. Также вот такие замечательные свечи. Я думаю, они рублей по 50. Вот оттенки здесь, цвета. Смотрите, какие там. И розовые, и фиолетовые. Я вот не вижу там дальше. Вот такие цвета. А еще пришли вот такие вот кошелечки маленькие. А, нет, это визитница. Визитница для карт. Она такая кружевная, симпатичная визитница. Так, а это у нас по 199 рублей набор отрывных листов для записей. Вот там вот мы видим листочки красивые, раскладывается, наверное, интересно. Еще есть вот такой наборчик. Ручка, зеркальце и брелок по 99 рублей. Замечательный подарок 8 марта. Есть еще вот такие кошелечки маленькие. Они с разным рисунком, мы видим. Ой, есть такие с арбузиком. Чудесные вот такие с арбузиком. Также есть подарочный набор: доска, планшет, блокнот и ручка. Вот он выглядит таким образом. А, цвета разные. Есть вот такие зелененькие с цветами. То есть можно выбрать любой. А еще вот сейчас повесила девушка набор подарочных коробок. То есть вот можно туда положить подвеску, кольцо. 55 рублей. Такие наборы коробочек. Они разные. Посмотрите, оттенки здесь. Можно выбрать по желанию, по настроению. Есть подарочный набор обложка для паспорта. Ярлычок для багажа. Ха-ха, это для тех, кто поедет путешествовать. Причем они зелененькие и есть еще розовенькие. Вот. Симпатичные. А есть еще подарочный набор расческа и зеркало. Расческа причем деревянная. Там зеркало открывается круглое. 77 рублей вот такой наборчик. Есть в розовой упаковке и в голубой. А еще есть у нас вот такие вот записные книжки, блокнот. Ретро цветы, 55 рублей. По 77 рублей ручка и брелок. Вот цвета можно выбрать любые желания. А еще появились вот такие вот красивые упаковочки с зеркалом перламутр. Вот такие зеркальца привезли, упакованные. Причем тоже выбор, посмотрите, разные они. С разными рисунками. И есть вот такие чудесные копилки. Они, наверное, рублей 50 стоят. Вот цена не везде видна еще здесь. Здесь вот есть куда положить денежку. Вот такие пироженки. Есть упакованные вот такие кексики. Шкатулка. Пирожное. Это же шкатулки. Здесь копилка, а тут шкатулка. И есть вот такие вот для фотографий держатели. Интересные ежечки с грибочками. Вот они сидят. Интересные. Еще завезли вот такие вот чайные пары. Набор подарочной чашка и блюдца. Вот упаковано красиво уже.
мы видим там летчика. 99 рублей упаковочки вот таких чашечек с блюдцем. Цвет можно выбрать по желанию. Есть крышка, есть кружка с крышкой и ложкой. Ой, посмотрите, вот такая вот, я вот так полагаю, крышка это. И ложка. Вот такая вот ложечка. Ой, ложка. Смотрите, какая замечательная ложка с котеночком. Сама кружка вот выглядит каким образом. Она устойчивая. Большая. Так, выглядит эта кружка вот таким образом. Она закрывается сверху деревянной крышкой. И в наличии такая красивая ложечка. Стоят такие кружки. Цена таких, такой кружки 199 рублей. А еще есть вот такие шкатулки по 99 рублей с цветочным орнаментом. Вот шкатулочки. Они деревянные. Такие коробочки подарочные. Вот такие вот шкатулочки. Вот они открываются, кругленькие, с цветочным рисунком. Он стоит рублей 50, я думаю, вот они. И есть замечательные открытки. Открытки, я думаю, рублей 6 стоят. Вот такие есть наклейки для оформления интерьера. Париж. Есть подарочные коробки по 99 рублей. Нежные цветы. Край такой красивый. А еще есть вот такой набор, косметичка называется. Здесь совершенно не косметика. Здесь ручка и два маркера. Стоит, наверное, рублей 50. Есть наборы для творчества. Цветы, горшки, 55 рублей. То есть здесь собираются, можно сделать цветочки. Так, а состав какой? Ну, специальная такая бумага для изготовления цветов. А еще есть вот такие чудесные корзиночки. А еще есть такие чудесные корзиночки. Посмотрите, цвета разные. Вот они голубенькие. Там вставлена ленточка. Такие чудесные корзинки. Так, а вот стоит такая корзиночка, я думаю. Вот такие чудесные корзиночки с лентой. 15 сантиметров объем. 50 рублей. Вот пришли такие замечательные подвески. Цветок. 99 рублей. Сердечко объемное, с гранями, и внутри вот такой цветочек. Ну вот посмотрите, выбрать можно на любой вкус. Вот разные-разные здесь рисуночки, цветочки. Даже не рисуночки, а живые цветы здесь сделаны. Вот, ой, такие нежные, замечательные подвески. Они здесь все разные. Можно выбрать по настроению. А еще есть такие вот магнитики плюшевые по 77 рублей. У них магнитики находятся вот в лапках. Вот такие вот медвежата, обезьянки, пандочки. Ну, замечательные магнитики появились. Кстати, проверили MP3-плеер. Очень замечательно работает. И для 99 рублей замечательная покупка. Советую приобрести MP3-плеер. А есть еще по 50 рублей вот такие чудесные стразы для творчества. Причем они разных цветов. А есть розовенькие. Вот здесь не видно. Очень неудобно стеллаж расположен, конечно. Но замечательные товары появились у нас. Ну, такие чудесные рамочки появились. Угу. По 77 рублей.
Они деревянные, по-моему, и пластмассовые. Но цвет приятный. Рисунок разный. Есть белые рамочки, 99 рублей. Вот такое вот зеркальце. Оно двойное, увеличивающее. Замечательное зеркальце по 99 рублей. Здесь вот такая кнопочка, и она открывается. Вот кнопочка и открывается. Хочу показать вот такие чудесные маникюрные наборы. Пришли фикс прайс 99 рублей всего лишь. Посмотрите, как много здесь разных приспособлений. Пилочки, и пинцет есть, и палочки. Тут, ну, все-все-все, что необходимо, чтобы сделать красивый маникюр. Но за 99 рублей замечательная упаковка. Вот так вот выглядит. Закрывается. Мягкая упаковка. Яркая, розовая. 99 рублей всего лишь маникюрный набор стоит. Новиночка. Вот такие вот косметички. По 99 рублей. Они такие лаковые, приятные. Внутри, посмотрите, все такое аккуратненько сшито. Замечательные вот такие лаковые косметички. Формы необычные. Цвета черные, красные. И вот такие серенькие. Здесь вот такие коврики. Они мягкие, симпатичные для ванной. 40 на 60 сантиметров 99 рублей. Ну, вот не прорезиненная это, конечно, вот эта основа внизу. Но цвет симпатичный, посмотрите. Рисунки, кому вот по дизайну подходят. Они вот есть бежевые, есть красненькие, я вижу. Вот они вот такие вот. По 99 рублей. Появились вот такие луковички гладиолусов. Здесь их 3 штучки. Смотрите, цвета гладиолусов. Вот есть даже гофрированные. Цвета разные. Розовые, желтенькие, беленькие. Вот, я думаю, стоят они рублей 50. Вот 3 штучки. Это вот новый товар у нас. Магазин фикс прайс. Вот они, сиреневые цвета. Красные гладиолусы. А цена у них какая? 50 рублей, правильно я сказал. 50 рублей. Свежие такие луковички. Замечательно.